came in via Chinooks. Some pretty sort of intense maneuvering, which was quite good. Здесь вы знаете, что есть воздушное такси. И можно прямо приземлился в аэропорту в Кабул на вертолет и перемещаться в американское посольство, что они все и делают. А говорят, у них еще есть там ходит туннель прямо в аэропорт из посольства. Вы об этом знаете? Значит, эту байку я слышал, по этому туннелю не ходил, но значит, связывать, значит, афганцы, они люди творческие, они говорят так, что значит, вот этот туннель связывает Кабул с базой Баграм. Это по прямой 78 километров. Но я не очень в это верю. Окей, но вы не боитесь так вслух говорить вот об этих, о присутствии этих американцев здесь, и с такой не очень уважительной такой точки зрения. А почему вы этого не боитесь? Ну, может быть, я уже свое отбоялся. Совсем недавно в New York Times была опубликована статья, значит, с фотографией нашего Российского центра науки и культуры. И там я просто цитирую: «Российский центр науки и культуры подрывает политику НАТО в Афганистане». Ни много ни мало. Российский центр науки и культуры за последние несколько лет построил шикарнейшее здание, оснастил их такими вещами, которые не найдешь в каждом, так сказать, подобном заведении в любой стране, да, и на самом деле здесь себя ощущаешь прям такой, как на хорошей русской территории. Вот это же не случайно делается, это же делается с какими-то целями и задачами, да. Это место не пустое, то есть здесь был дом советской науки и культуры. Угу. К сожалению, вот маджахеды зашли в Кабул в 92 году, и они здесь учинили такую войну. Были пробоины, я видел это здание, потом здесь были и бездомные, и наркоманы, и так далее, и так далее. То есть вот тот прежний ДСНК, его снесли. И построили вот этот комплекс, это земля России, она передана нам на 99 лет, угу. И мы еще можем долго ей пользоваться. Но эта земля, она еще и намоленная, можно так сказать. Почему? Потому что в этом ДСНК, ну, были тысячи афганцев. Они смотрели здесь фильмы, они смотрели здесь концерты, здесь выступали Лещенко, Кобзон. Пьеха, да, я видел фотографии. И так далее, и так далее. То есть, приезжали мастера первого уровня. Да. Здесь были курсы русского языка. Здесь производился отбор молодежи, которая направлялась на учебу в Россию. И я вам скажу так, что за те вот 80-е годы мы подготовили для Афганистана свыше 100 тысяч специалистов для всех отраслей. Строителей, промышленников, металлургов, художников, актеров. Врачей. Мы почти заново сформировали для Афганистана элиту, интеллигенцию. И она, кстати, работает до сих пор. То есть та задача, которая перед вами была поставлена в 82 году, она продолжает отдавать свои плоды? К сожалению, мне приходилось много держать в руках оружие, но я с годами прихожу к мысли, что самое сильное оружие не есть оружие, угу. А слово. Да. Слышу русскую речь, что ласкает мой слух, и хочу я узнать, как афганской душой строки Пушкина можно понять. А теперь понимаю, сходства много у нас, и души широта, и в общении близком добро, простота. Руку дружбы протянут, улыбнутся в ответ. Афганистан же страна, сердце наше навек. Те тысячи афганцев, они помнят это добро, они помнят это слово. И сейчас я вам упомянул, что мы направляем на обучение представителей бывших, в смысле детей, сыновей, бывших представителей джихада. Но вот квота в этом году 360 человек, так примерно 320 человек из них рекомендовано теми людьми, которые учились в Советском Союзе. Мы подготовили свыше 100 тысяч специалистов для Афганистана. В это же самое время Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Пакистан подготовили 100 тысяч моджахедов. Вот вы можете сравнить. Противовес, да. Здесь созидатели, а здесь разрушители. Да. Вячеслав Михайлович, хочется, знаете,
выйти погулять по Кабулу, посмотреть за жизнью там, школьников, там, детворы, как работают магазинчики, кафешки и так далее. Но мы не можем, к сожалению, это сделать, и вы нам это не позволяете сделать. Ваши обученные люди представлены к нам в целях нашей же безопасности. Кто мешает мирной жизни в Кабуле? Почему я не могу спокойно погулять по этому городу? Вам нельзя. Почему? Мне можно. Почему мне нельзя? Почему я не могу, как турист, приехать в страну Афганистан и посмотреть на эти красивейшие места, на эти горы, от которых оторваться невозможно, от этого вида Паншера и Саланга, просто невозможно. Лети, моя душа, лети, мой тяжкий рог, под облаками благитными. Небо, в небо. В небо. Почему страну Афганистан называют террористической страной? Потому что Афганистан на сегодня, вот он раздираем многими противоречиями. Вот. Нарушены тысячелетние традиции. Межнациональные, племенные, порушено все. И в обществе находится... Вот сейчас, вот я вам приведу такой пример. Вот здесь мы проводили, даже в прошлом году был 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Сочи, во многих городах, но центр был в Сочи. Да. Мы готовили делегацию Афганистана. В этой делегации было 127 человек. Я им сказал, и афганцы приняли. Забудьте, что вы хазарейцы, таджики, пуштуны, чараймаки, памирцы, нуристанцы и так далее. Вы афганцы. Вы будете во время фестиваля 2 недели. Представлять вот этот флаг. Да. После, вот, скажем, многих лет пребывания здесь, я прихожу к выводу, что мы можем достичь мира в Афганистане только с помощью молодежи. Вот что мы в их голову заложим, мы же не закладываем там... возьми ружье, там, иди там какую-то диверсию. То есть мы привносим основные фундаментальные ценности. Я афганцам рассказываю, какая хорошая, историческая, древняя страна Афганистан. Мы провели уже несколько дней космонавтики. Я афганцам рассказываю о том, что у них есть космонавт, что они космическая держава, значит, что им есть чем гордиться. Я рассказываю историю Афганистана, и я помяну вам, здесь есть такая вот организация, называется «Афганфильм». В хранилищах этой организации хранится 138 тысяч часов документальных, хроникальных съемок. Я довольно регулярно, значит, ну, хорошо, что там выглядывает этот «Афганфильм», выпускник в ГИКа, да, значит, господин Арифей. Я еду к нему, мы там идем в эти архивы, выбираем какую-то бобину, потом мы пытаемся цифровать. И мы афганцам показываем визит, допустим, короля Захиршаха в Москву, в Ташкент. Показываем визит Подгорного сюда. И вот молодые афганцы смотрят, и Подгорный ездил в Нагму, где вот самая крупная гидродистанция, ездили, кстати, на Саланг, о котором вы упомянули. И афганцы так... смотрят, они не теряют. Во-первых, они молчат, они, во-вторых, зажимаются, а потом меня спрашивают, что это? Я говорю, это Кабул. Это Кабул, 72-й год. А где крепостные стены, где блокпосты, где колючая проволока? Где иностранные солдаты? Я говорю, подождите, вот эта страна, которую вы потеряли, и ваша цель и задача вот вернуться снова к этой же стране. Все-таки, кто мне мешает спокойно гулять по Кабулу? Вы можете конкретно ответить. В данном случае я мешаю. Я понял. Хотя, значит, есть места, куда можно спокойно поехать. Есть прекрасное место в Карге. Громадное водохранилище, ресторанчики. А куда мне рекомендовано поехать в Афганистане? Во-первых, я вам скажу так, что Кабул – это еще не Афганистан. Как Москва – это не вся Россия, так и Кабул.
Есть вполне реально, можно слетать в Герате. Вот я совсем недавно так был. Это цитадель. Это вот пятничная мечеть, которая на этом месте всегда была такое, скажем так, священное место. И никто не знает, сколько тысяч лет вот с этого священного места. Усыпальница Алишера Наваи. Похоронена жена Тамерлана. Ну, это бесподобно. И потом Герат – это Персия. Это широкие улицы, гордая осанка. Совсем другой язык, кстати. И там спокойно? Я только что вернулся и гулял. Вы сказали, вам вообще везде можно спокойно. А куда не рекомендовано? Где безопасно находиться сегодня? Война сместилась в северной провинции. Весь северный пояс от Бадахшана до Фарьяба, к сожалению, полыхает. Эта война, она не сместилась, она смещена туда. Чьими руками, в общем-то. А у вас есть любимое место в Афганистане? Ну, кроме Российского центра науки и культуры. Я могу назвать одно из. Я вас приглашаю и надеюсь, что афганская бацилла вас тоже уже там... Ой, чувствую, что точно вселится. Вот давайте, мы постараемся в следующий раз... Не без вашей помощи. ...слетать в Бамиан и съездить в уникальное место Банда-Амир. В древности попадали горы, и вот там 7 озер, вот таких природных озер. Это хранилище, водохранилище, они с живой водой. Я туда уже спросил от многих представителей, в том числе, допустим, заслуженный артист России Жиганов Михаил Васильевич. Ой, я его прекрасно знаю, конечно. Театр современный. Вот вы на досуге спросите его и скажите, Михаил Васильевич, а что-то вы давно о Банда-Амире ничего не рассказывали. Михаил Васильевич был Благовещенским. Да. Когда Аллах создал землю, он заметил, что у него осталась куча осколков, обрывков, обломков, словом, отходов, которые уже никуда не годились. Тогда он собрал их вместе и швырнул вниз. Вместе их падения и по сей день находится Афганистан. Реки так же текут, горы так же стоят, над горами орлы в синем небе кружат, и в пустынях песок ветер гнать не устал. Это жизни кусок, это Афганистан. Помнят нас кишлаки, помнят нас города, сохранились и горы, что были тогда. Но те, кто в боях с нами был визави, называют нас всех до сих пор журави. Упомянули Михаила Васильевича Жигалова, который был в Благовещенске, но ведь и вы, насколько разведка донесла, бывали в Благовещенске. Вообще, я сюда, в том числе, организовал приезд многих съемочных групп, и вот одна из них снимала фильм «Афганистан до востребования». Да. Мы сделали этот фильм, а потом была презентация, поскольку его, скажем так, финансировали представители Хабаровска, да. Люди из Хабаровска. Мы туда полетели на презентацию этого фильма. Фильм был встречен очень тепло, потому что собрались ветераны, и они там смотрели на вот эти кадры снятые, они с трепетом. Те, кто не так часто, как Бащевоз, здесь бывали, или, может, вообще не бывали после войны, да? Ну, а в Хабаровске, Благовещенске? Да, а там Бащевоз.
как вам наш город Благовещенск? Отличный город, безусловно. Я с удовольствием, с интересом, как дома. Столько лет пронеслось, с той афганской войны. Был за нами союз, только не той страны. На осколках империи, детям в пример, мы остались рожденными в СССР. Вячеслав Михайлович, у вас есть какая-то своя мечта для этой страны, Исламской Республики Афганистан? Мечта, главное, единственное, мир. Я всякое выступление, вот перед афганцами здесь собирается сотни людей. Я уже стал, значит, не знаю, уже редко какой канал меня не приглашал на телевидение. Вы подарок для любого телевизионного канала, поверьте мне на слово. Не знаю, что с этим подарком делать. Заворачивать. Я всегда обращаюсь к афганцам, независимо, я знаю, кто из них, какого течения, кто кого представляет, что примерно у них голова. Кто чем дышит, да? Да, я всегда, афганцы, давайте установим в нашей стране мир. Может быть, там обратили, у нас в конференц-зале стоит картина, где президент Путин пожимает. Обратил внимание, я фотографировался на фоне этой картины. Есть такой художник Навиджан, да? Он написал две таких картины, одинаковых, идентичных. И вот есть отсюда, здесь не так далеко, 8 минут езды, национальная картинная галерея. Эти картины столь велики, они стояли на улице. И он тоже хочет мира в Афганистане. И вот он решил, что вот если президент Путин пожмет руку президенту Трампу, они договорятся, и в Афганистане становится, вот, Афганистан станет еще ближе к миру. Еще не была личная встреча ни разу, да? Ну, вроде бы сегодня по новостям прозвучало, что вроде будет. Одну картину он решил подарить американскому посольству, о котором мы не только что рассказывали. Другое он решил подарить российскому посольству. Но вот видите, российская картина здесь у нас. Американская картина до сих пор состоит во дворе Национальной картинной галереи. Я, наверное, спокойно могу в конце нашего интервью поставить фрагмент из мультфильма, очень любимого советскими людьми, где кот Леопольд говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Спасибо вам. Спасибо вам. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Ребята, давайте жить дружно. Красивая улыбка. Это так просто. Стоматологическая клиника «Аурика» предлагает имплантацию зубов. Приемлемые цены, квалифицированные имплантологи, современное оборудование. Стоматологическая клиника «Аурика», улица Ленина, 195. С Рождеством поздравляет вас Садком! И как же мне не вспоминать друзей своих, погибших лица? Да это страшно
умирать, когда так нужно возвратиться. И ты ушел, приказ отдан. Ты верен долгу и присяге, и целиком Афганистан застыл в твоем последнем шаге. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, память лица поставила в ряд. Это парни, которых будет вечно по 20. В 1985 году здесь, ну, прекрасно знаете, здесь находились советские войска, и здесь находился 3-й горнострелковый батальон, и колонны шли и туда, и сюда, то есть 4 раза в неделю шли груженные колонны на Кабул, и 3 раза в неделю они шли обратно за грузом. Грузы — это боеприпасы, это дистопливо, это продовольствие, это строительные материалы, ну, много чего. Вот Малицын был один из водителей, который на колонне шел, и это парень с Нижегородской области. Там ему было около 20 лет. Он шел на колонне, выходил в салон, выезжал, и навстречу шла барбухайка. Барбухайка — это машина, которая груженная доверху, вот как он там стоят, вот, доверху мешками груженная, а сверху еще там бочину, человек там 20-30 висело. У него было выбор, сейчас дуканов не было, у него выбор был или врезаться в нее, в машину, или врезаться в скалу. И вот он выбрал этот вариант, он врезался в скалу, погиб. Афганская машина прошла. Он был на грузовике, да? Да, 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 он на КамАЗе. Вот здесь, да, машина? Да, 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 на КамАЗе. И вот и афганцы в память о том, что вот солдат рискнул своей жизнью, отдал свою жизнь за то, чтобы те спокойно проехали, ну и они жили. Хоть время лучший лекарь ран. Тускнет краски понемногу, но не забыть вовеки нам средь гор идущую дорогу. И этот бой среди камней, короткий как клинок кинжала, когда кого-то из парней слепая смерть себе забрала. И вот уже сколько лет мы ездим, вы видите, вдоль дороги здесь было много-много памятников погибшим на Адаре. Сейчас ни одного памятника нету, практически ни одного. И кроме вот этого памятника, где они помнят, куда это... Куда другие подевались? Некоторые памятники были вывезены нами, еще когда советские войска выходили, и были вывезены. Некоторые памятники были снесены уже и каким-то, ну это властями или местным населением, которые убирали, которые мы ставили, там много было башен разных, там различных памятников. Если вы афганские фильмы посмотрите, документальные, там их много по дороге, различных. Здесь их, я думаю, было по салангу, наверное, ну не соврать, десятков пять, наверное, не меньше, только по салангу памятников погибшим нашим ребятам. А вот интересно, Валерий, наверное же здесь там те же родители этого Сергея. Нет, его знают, с ним... Нет, я имею в виду, родители сюда не приезжали, нет? Родители, насколько знаю, нет. Насколько я знаю, родители не приезжали. Если у них что-то есть, то, наверное, только фотография. Вот этого, да? Ну, конечно, это фотография. Здесь многие наши ребята, которые ездят в Афганистан. Ну, вот Сахалина ребята, пожалуйста, приехали, да. Вот у нас тут даже Герой России, направо, он, да. Герой России, он не афганец, он другую войну прошел. И вот приезжает, и всегда мы возлагаем там, где свечу поставим по возможности, мы вот в эмпелочке потом повесим, и, естественно, сфотографируемся со знаменами наших организаций ветеранских, со знаменами, допустим, тех региональных организаций, вот, допустим, Сахалин, которые привезли свои флаги. И на память, конечно, это остается, ну, на долгую память, размещаем потом у себя в музеях, доводим это до школьников там. Ведь, ну, он, конечно, сильный, вряд ли позволит зажечь. Но мы сделаем попытку. Вы будете, мы сделаем попытку. Мы сделаем. Я сейчас сначала повешу вымпелочек. Посмотрите, ребята.
Посмотрите, девчата, память лица поставила в ряд. Это парни, которым будет вечно по 20. Это те, кто прославил десант. Человек-контрол, показать надо. А, молодец. Валерий Васильевич, мы с тобой ездили на мою родину, Донбасс. Даже представить себе не мог, подумать, что через некоторое время мы окажемся вот там, где было, в принципе, как сегодня, горячо, но немножко в другом смысле этого слова, да? Горячо совсем по-другому горячо. Вот, и где ты приехал, какой, 86-й? Да. В 86-м году капитаном. Да. Капитаном, то есть уже офицером. Думаю, что никто никогда четко не ответит на вопрос, зачем мы сюда вошли в этом далеком 79-м году? Конечно же, четкий правильный ответ, разложенный по полочкам, вряд ли кто-то даст, и даже через какие-то прошедшие годы, там, может быть, даже через века, когда будет кто-то писать историю, наверное, будут тоже разные точки зрения. Я придерживаюсь, в принципе, той точки зрения, которая выражает свое несогласие с решениями нашего, по-моему, второго съезда народных депутатов в декабре 89 года о признании ввода войск в Афганистан ошибкой. Несколько примеров, как бы, да, ну, во-первых, когда ошибка получается, эти люди, которые участвовали в войне. И которые не все отсюда вернулись. Да, конечно. Те же, допустим, американцы, когда входят в любую страну, они нигде не говорят, что была ошибка. Они говорят, это были интересы Америки, да, в том или ином регионе мира. Им на, плохое слово скажу, на ООН, на все международные институты, на международные правила, на все. Они главные, они решают и все. Да. Вот. Почему мы так себя повели? Ну, это уже вопрос. Но нас будет тоже, если Сирия нас ждала и делала официальное приглашение, Афганистан нас тоже не ждал тогда. Афганистан нас ждал. Во-первых, чтобы вы знали, в Афганистан было официальных приглашений только около 10. Сначала приглашал Тараки, которого потом убили, да, то есть, а потом уже Амин приглашал. Официальное приглашение 25 числа декабря 79 года. Официальный ввод войск был. 108-я дивизия шла, в которой я служил потом, мотострелковая, 103-я дивизия, они нашли. А уже штурм дворца Амина был 27 декабря. Это, конечно, уже, мягко говоря, помимо планов самого руководства Афганистана на тот момент. Понимаешь, если нас ждал Афганистан, то почему они в нас здесь стреляли? Мы в них, они в нас. Ну, наверное, когда входили первые войска, если спросить тех ребят, кто служил и был на вводе, то многие из них говорят, что встречали достаточно хорошо, как бы доброжелательно, не было стрельбы, и, в общем-то, отношение было достаточно хорошее, как бы, к россиянам, которые, Советский Союз, которые входили в Афганистан. А вот уже потом, какой-то период времени прошел, ну, что там скрывать, эти пиндосовские со Соединенных Штатов, да, ЦРУ там и так далее, они провели соответствующую работу, начали готовить в Пакистане маджахедов, которые снабжать их оружием, да, снабжать оружием, медикаментами, радиостанциями, всем, они снабжены были, поверьте, не хуже советской армии, а то и лучше. Часто и спальники там и так далее, наши ребята, когда брали где-то на реализациях или еще где-то трофеи, они потом пользовались этим, ну, было достаточно удобно. И тогда вот, конечно, было сформировано отношение к советским такое, они грамотно подвели под оплеку такую религиозную. То есть они сказали, что-то неверное, пришли, да, то есть как бы к нам со своим уставом. Мы, да, не знали ни обрядов, ничего там, солдатик, там офицеров-то не знали. Конечно. Вот. И начались как бы первые там нападения на колонны, на заставы, где там стали советские. Вообще входили с таким расчетом, чтобы не участвовать как бы в боевых действиях, то есть, но достаточно быстро нас, к сожалению, туда втянули. Вот мы сидим с тобой на Саланге, это именно то место,
где как раз ты и воевал, да? Да, да. И где ты был комбатом. Комбатом я был вот с той стороны Саланка, а начинал службу вот здесь, вот вот, да, здесь, это зона ответственности 2-го батальона, я был, пришел командир группы. 86-й год, это да. Получается 32 года назад. Как бы там ни было, война есть война. И жертвы предполагаются с любой стороны, да? Мы убивали афганцев, афганцы убивали нас, живы родственники наши, тех солдат, которые погибли, и они, наверное, не могут смириться с тем, что кого-то даже, может, и не похоронили до конца, да, на своей земле, да? Вот. А также есть афганские матери, которые кого-то не досчитались, да? Но, тем не менее, я сейчас четвертый день нахожусь в Афганистане, и я вижу, у меня аж мурашки, как они любят Россию, с которой вот в этих горах воевали, убивали, резали, господи. Что, где произошла вот эта вот переоценка ценностей? Стоматологи могут решить любую проблему с зубами. Лечите зубы с удовольствием. Улыбайтесь чаще, Аурика. Сереж, ты, наверное, прекрасно понимаешь, когда говорят о человеке, которого ты не видишь, говорят, что он нехороший, да? Да. Не знаю, не общавшись с этим человеком, ну, ты можешь даже подумать, что он нехороший. Ну, на бытовой уровень перевожу, на бытовой, что он нехороший. Ну, точно такая же пропаганда работала в отношении там советской армии и советских солдат, которые здесь. Ну, пропаганда это одно, но ведь убивали друг друга, да? Да, но это уже дальше, это уже следующий этап. Это уже следующий этап этой работы. Когда неверных нужно убить, и это же работа. А им убить наших, ну, да, да, которые неверные. Да, убить неверного, и за это ты попадешь там куда-то на небеса, там еще куда-то. Да, да. Ну, то есть все это, всему это передавалось религиозное. Подоплека. Да, подоплека. И, конечно, как мусульманская страна глубоко верующая, они на это, ну, как бы достаточно сильно реагировали вот в отношении этого. Ну, вот возвращаясь к началу вопроса, почему же, в чем произошел вот слом отношения вот к советскому солдату. Но у афганцев, которые с нами воевали, у них осталось о нас мнение, как о воинах, о солдатах, которые воевали до конца, да, то есть которые дрались и бились за любые позиции, высоты там и так далее, посты, и проявляли себя по-мужски. Это всегда воинам, воину с одной стороны оценивают всегда воина с другой стороны. Второе, наши советские солдаты, вот если вот сейчас вы американцев где-нибудь увидите, никогда американец даже сигарету не даст афганцу. Я там колы там или еще что-то другое там. Советские солдаты, то есть делились всегда. Надо куском хлеба поделиться, там, ну,
как бы всегда помогали. И, это продолжается, потому что сегодня я видел слезы на глазах афганцев, да? Афганцев. Да, которые получали так называемые бакшиши от советских шурави, которые в свое время тогда, ну, в общем-то, были противниками достаточно серьезными. Это следующая позиция, которая, ну, как бы, потом же, если вы вспомните, у нас же здесь были медсанбаты, там, и госпиталя, наверное, нет ни одного афганца, которому бы отказали помощи в ране, когда его или ранили, или он заболел там любой там инфекционной болезнью, или, может быть, даже у женщины роды принимали. То есть это всегда, никогда этого американцы не сделают, никогда. Мы много всего еще и оставили здесь, да? Да. Кроме того, что ты говоришь про помощь, которая была. Но ты меня перебиваешь постоянно, ты мне даже не даешь договорить. Ты молодец, конечно, в теме. Но а сколько было построено нашими гражданскими специалистами? Тогда Саланка, он не такой был, поверь. Вот он был не такой, при советский, когда ходили вот БМП, там можно было ехать со скоростью 60-90 км в час, и машины, вот то, что мы сегодня ехали, такого никогда не было. А кто его так? Это делали наши советские специалисты. Уничтожил, кто его так? Ну, я так понимаю, что те, кто натовский блок весь, который тут около 40 стран присутствует, и вот результат их присутствия. Но они же не просто так это делают. Они же не так просто разрушают. Что, да, что не просто так, они, наверное, пытаются обрубить концы на Россию, там, то есть, ну, то, что туда, на Таджикистан, на Узбекистан, да, это дальнейший там, ну, переход на нашу Россию, и, наверное, им это тоже одно из составляющих. Я не говорю, что это основное. И вы это все видели. И вот тогда, вот если мы посмотрим здесь в Базари-Шариф, конечно, у нас времени нет, вот, там аммиачный завод, до сих пор там целое семейственное, наследственное идут поколения, которые на этом аммиачном заводе считается очень престижно работать. Там они же эти болты там на 10-20 раз там как вытачивают, из чего и как. Но они делают, и он работает и сегодня. Эти ГЭС, допустим, в Наглу, ГЭС там, ну, в Пулехумрях, да. То есть это же как бы все есть. И вот даже тендер был лет 5, наверное, 7 назад, а Наглу ГЭС на международного этот, как, валютный фонд или как-то. Вот. И выиграли его российские специалисты, потому что они знают, они умеют, и они сделают дешевле и качественнее. Я сейчас задам очень глупый вопрос. А зачем нам продолжать здесь присутствовать? Вот нам это надо. Я думаю, что вопросы геополитики, да, вы-то, или ты там человек... Я знаю ответ на этот вопрос, да, я да, просто да, да, хочу... Я хочу все вытащить. Я хочу для зрителей. Да, ты, наверное, прекрасно сам все понимаешь, и, да, и наши телезрители, я думаю, далеко люди не безграмотные, они все это знают, читают, видят и прекрасно понимают. Вот здесь, в Афганистане, вот опять же, к оценке возвращаемся нашей, это самое, здесь зарождался Талибан, здесь зарождалась Аль-Каида, вот, и мы были на первом рубеже вот этого, а наркотрафик сегодня какой идет, что было до американцев и что сейчас. Поэтому, если взять и оценить вот в этой ипостаси, то... Сдерживающий. Да, сдерживающий. А теперь, если немножко цифр, с твоего позволения. Да. Мы здесь, ну, и к этой цифре можно верить, за 9 с лишним лет войны потеряли 15 050. Официально. Официально, да. Я думаю, что там официальная цифра может быть чуть больше, там в госпиталях, там, ну, не принципиально, не кратно. То есть, даже пускай там, ну, не буду допускать цифры, это много, как бы, да, много наших матерей, там, жен, детей, там, остались без отцов, там, мужей, там, ну, сыновей. Сейчас мы, как бы, прекрасно понимаем, тот героин, основной поток героина идет из Афганистана, мирового наркотрафика, более 90%, по различным оценкам разных международных сообществ, и этому способствуют как раз те присутствующие натовские, прежде всего, американские войска. То есть вот за Салангом Хинджан, а за Хинджаном Таджикистан, и все, да, и вот все рядом. Сейчас у нас, по нашим различным оценкам, в России только гибнет от вот этого ежегодно, от связанного с наркотрафиком героина, от оптимистически от 30 тысяч и пессимистически до 100 тысяч. А это все молодые люди. Ежегодно. А что мы практически делаем для того, чтобы этот наркотак нам не поступал? Ну,
Что мы делаем? Я думаю, что у нас возможности для этого определенные есть, но их, конечно, не хватает, потому что мировое сообщество, в данном случае ведомое вот нашими партнерами, как их наши называют, президент, да, вот, оно как-то в этом плане ведет себя, мягко говоря, не очень адекватно. И вот на этот Баграм, куда твилюются все эти наркотрафик там и так далее, в Кандагар, вот, и, естественно, там сотни тысяч тонн этого героина распространяется по всему миру, и причем где-то третья примерно часть или около этого попадает в Россию. Это наши дети, наша молодежь. То есть, я думаю, ни ты, ни я уже в таком возрасте, что вряд ли будем испытывать судьбу. А что же это такое? Попробовать покурить, уколоться или что там надо сделать? Я ни разу не пробовал. Вот. И это вот, это тоже опять, возвращаясь к началу, к нашей оценке, то есть я периодически буду возвращаться, почему мы не согласны. Я, потому что это наша молодежь, это наша Россия, наше будущее погибает. И вот если бы мы допустили ошибку, ну, на наш взгляд, когда, наверное, входили, наверное, может быть, какими-то другими методами было, специальных там операций, так далее, но еще больше ошибок, когда вышли. Святое место пусто не бывает, да? Да, да. И если мы окончательно уйдем из Афганистана, всегда быстренько найдется, кому прийти. Ну, они там, и сейчас они, они сейчас есть. Уже они здесь. Они сейчас тут есть, они тут сидят уже. Но они займут еще те незанятые, да, займут все эти ниши. И мы же видим, что в развитии экономики Афганистана мы не видим позитивных, а это все богатые, самые богатые страны здесь. Да. Начиная с американцев, да? Хотя видишь, да, Европа, да, самые богатые страны. Это что для них, вот это была проблема, вот эту дорогу через Салам? А это как в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, ледовая дорога, дорога жизни. Вот Салам для них, дорога жизни. Это все грузы в советское время, которые шли туда и вот сюда, на, скажем, на юг Афганистана, Кабул там и так далее. Вот идет через это. А вы видели, как водители мучаются, как везут, и это что? Ну, если посчитать, сколько машин бьется, да, вот, то просто, да, без всякой войны. Мы уходим с востока. Уходим. 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 30 лет скоро будет, как окончательно выведены советские войска из Афганистана. Ты уже много раз, наверное, раз 15 сюда приезжаешь. С какими ощущениями? Я когда еще в школе учился, там пацаном был, да, я не понимал, а зачем ветераны войны, вот той нашей Великой Отечественной, идут на места тех боев, где они воевали. Он ищет свой окоп, он ищет свое дерево, за которым лежал, он ищет там какую-то горку, там, ему это важно. Наверное, это тоже присутствует, одной из составляющих. Наших желающих попасть сюда, в Афганистан, очень много, которые и именно хотят попасть именно в те населенные пункты, в те места, где они тогда проходили службу, хотя там было... Ну, далеко там не самое, может быть, радужное воспоминание. Даже те, кто здесь не воевал, а очень сильно просился в нашу группу, да? Да. Герой Российской Федерации. Да, ну, а вообще отдельная история, да, да. То есть он, у него, ну, такая хорошая, как бы, ну, своя биография. И тем не он менее... Он военный в пятом поколении. Да, да, и он вот сюда, то есть поехал. И кажется, что до земли добраться в план. Леш, не страшно? А? 4 градуса, Афганистан. Возможно, тем, кто по воде уходит в небо. Вода ледяная. Остаться в живых. Отчаянный псих. Никто, кроме нас. Ни свой, ни чужой. Советую. Где-то Сахалин, Октябрь. Снимаю, как говорится, шляпу перед парнем, который достаточно молодой, вот поехал сюда посмотреть. А ему, казалось бы, зачем? А у нас еще так говорят, поймал афганскую бациллу. А у меня еще кроме этого... Я же вот, ну, сегодня услышали известие, у меня тут товарищ мой... Я только хотел об этом сказать. Да, да. Товарищ мой умер, к сожалению, что Усман. Именно сегодня мы об этом узнали. Да, именно сегодня я это узнал. Сейчас второй товарищ в Кабуле меня ждет, Гульрахман. Мы туда, ну, поговорим на эту тему. Это те разведчики, с которыми я ходил, ну, они хадовцы были. С моим разведзводом я с ними вместе ходил. Где-то вот с ними вместе полсотни засад провел. То есть много раз они меня там прикрывали хорошо, я их спасал. Ну, вот в различных ситуациях, да, то есть они это хорошо помнят. Они сегодня для тебя кто? Ну, наверное, друзья боевые, вот они мне говорят так, вот, когда приходишь к нему домой, да, приезжал много раз домой, он говорит, вот, комбат, что хочешь, бери, вот,
кроме там, ну, ханум, да, его там. Да. Он говорит, ну что хочешь, это все твое. Я вижу их детей, дети меня уже их не знают. Они меня встречают, даже вот сейчас вот на Саланге мы не доехали сюда, до Кинжана. На Саланге подходит там один, говорит, а я вас помню, там ты был комбатом, а я еще бача был, ну, маленький мальчик. Вот, я друг и сосед Гульрахмана, он все координаты дал. Ну, во-первых, у нас всегда, когда мы пишем какие-то съемки, ведем, у нас всегда очень много зрителей. В данном случае его на пятницу. И лежат, и сидят, и слушают. Когда ходишь в Панамке, я просто их видел на старых советских фотографиях, там, да? Это вот что, прям оттуда? Ну вот если, давайте посмотрим, вот здесь написано, выпуск 80-й год. О-о-о. И здесь вот Афганистан 1983 и 1985. Мы созидаем, а они эту страну используют как перевалочная база для снабжения той же Европы, ну обыкновенными наркотиками. К сожалению, Европа это просто вассал. Чего ты хочешь для этой земли, для Афганистана? Я бы хотел, чтобы можно было сюда вернуться еще через 5, через 10 лет. В хорошую, процветающую, красивую, замечательную туристическую страну. Туристическую Мекку Востока. Это огромная, замечательная, красивая страна. Здесь есть на что смотреть, есть с кем общаться. Помнят русский язык, говорят на нем, и это важно. Но технику они не убирают, потому что это история, потому что это память. Ну пусть стоит, да. Это так трогательно. Пусть стоит, да, техника. Конечно, вот дотрагиваешься до этой брони, она же как, ну, живая, она же так вот, как она стоит, как там башня повернута, это тоже все важно. Это судьбы человеческие, надлом вот этот вот. Я как танкист, я-то знаю, что случилось, да, с этой броней. Так, где-то внутри так. Тремор пробежит так. У тебя друзья погибали здесь? Ты вообще как-то за Благовещенском немножко скучаешь? Все-таки альма-матер там, понимаешь? Ну, конечно, скучаем. Ну, вот мы на следующий год планируем. А у тебя же есть супруга из Благовещенска. Да, у меня есть супруга из Благовещенска. Я поэтому планируем это, во всяком случае, собрал ребят. Ну, кто-то один другого знает. И так в итоге собрал практически весь батальон. Многие друг друга не знали, не слышали, где как, кто там служит, кто не служит, кто там чем занят, как у кого сложилась военная служба или там, может быть, уже гражданская служба. Есть и ребят, которых мы потеряли во второй кампании, ну и в других местах, горячих точках. И на следующий год у нас будет 20 лет с выпуском. Приедем все в Благовещенск максимально возможным составом. Купаться в фонтане? Ну да, мы хотим, у нас в марте был досрочный выпуск, но мы планируем на июнь, чтобы была возможность у морской пехоты туда занырнуть обязательно. Ну, тем, кому, тому, которому интересно, тоже занырнуть. Я правильно понимаю, что вот ты же в 99-м году выпустил? Да. Это выпуск был весной? Весной, мартовский, да. И через досрочный. Буквально, как, через очень короткий промежуток. Ну да, отпуск, и я приехал в батальон 5 мая.
у нас не было возможности, мы, скажем так, отсидеться, отмолчаться. Естественно, выполняли задачи, естественно, мы происходили боестолкновения. Были боестолкновения, скажем так, до момента, когда командир дивизии принял решение все же о представлении меня званию Героя Российской Федерации. Я, конечно, подробностей не хочу, потому что это не принято спрашивать, да, у людей, но это, наверное, очень серьезная была заварушка. Ну,